каждый язык это философия своя, это целый мир. То есть, если мы потеряем, это потеря многообразия вообще, это потеря для мировой культуры. То есть люди вот как-то не понимают того, что многообразие — это основа вообще нормального развития. Если мы все будем говорить на одном китайском языке, то есть тут даже о русском уже речь не идет, если мы все будем жить в одинаковых домах, ну, это, наверное, интересно, да, ну, все, из всех животных истребим, останется только коровы в совхозах, истребим все растения, останутся только вот один, как у нас сейчас растет, дудка вот эта вот. Вот такой мир мы хотим. Какой мир мы хотим? Какой мир вы хотите? Как вы хотите жить? Все одинаково, в серой форме, все говорят на одном языке. Я не хочу жить в одинаковом мире. Я хочу жить по-разному.